Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток. И сегодня мы с вами продолжаем играть в 60 парсек. Ну что ж, друзья, сегодня будет челлендж. Как всегда, каждый день я радую вас именно челленджами. Не забывай, ставь лайкосик, мне очень-очень приятно. Также подписывайся на канал, если ты тут впервые. Вот, друзья, и, блин, я посмотрел, сколько просмотров набрал первый ролик по 60 секунд. Именно вот когда я начал эти челленджи, говори «да». И я просто офигел, 170 тысяч, ребята, спасибо, спасибо просто вам огромное. На этот раз, как вы поняли, мы попробуем в 60 парсек. Да. Да, друзья, не знаю, конечно, что у нас получится, но думаю, будет тоже интересно. Всем приятного просмотра и приятного аппетита, если вы сейчас кушаете. Итак, мы возьмем, наверное, какого-нибудь нового капитана, например, Тома. Почему бы и нет? Я за него когда-то один раз играл, но... время уже ушло. Друзья, я где-то играю год, наверное, в эту игру. В нее можно реально бесконечно играть. Серьезно. Мне кто-то написал, что уже подряд меня смотрят 3 года. Постоянно 60 секунд ждут и постоянно 60 парсек. В общем, друзья, статус 60 секундера или парсековца, я не знаю, походу присваивается именно мне, потому что эта игрушка действительно пользуется. Пользуется у меня интересом, я буду вас баловать, естественно. Но и новые ролики какие-нибудь будут по различным игрушкам. Итак, в принципе, сегодня нам самое важное, конечно, взять Эммита. Ничего такого сложного не берем, просто будем говорить вечно «да». То есть в любой непонятной ситуации, хоть она плюсовая или наоборот, прям видно, что не надо этого делать, мы будем говорить «да». Не знаю, что из этого получится, но должно что-то интересное. Бабушку берем. Бабушку, конечно же, берем. Сейчас самое важное взять еще какие-нибудь там минералы или что-нибудь еще. Аптечку. Аптечку вижу. Так, забираем. Диди, к сожалению, не успеваю уже взять. Так, но я, наверное, успею еще. Так, давай, 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 давай. Есть! Там были, правда, ресурсы, друзья. Химикаты. Блин, химикаты, к сожалению, не взяли мы с вами, но ничего. Ничего, все будет нормально, я думаю. Видите, немножко, короче, подстригся. Наконец-то. Наконец-то, потому что это просто невыносимо, друзья, 30 градусов в Екатеринбурге. Господи, на Урале это пипец, это пипец, друзья. Был весь заросший, обросший, а вот теперь вот типа Тома. Немного вот тут у нас стрижено, тут оставили немного шевелюру, вот что-то подобное. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим. Приветствую, компьютерный ассистент. Позвольте принести вам извинения, та-та-та. И нам два супа. В общем, в аварийном. Это, блин, здорово. Эйприл, Эммит у нас, Меган. Сколько смотрим? 11 супа. Зато у нас есть маска, пистолет, скотч. Это, на самом деле, неплохое начало. Также у нас 30 химикатов. Но, конечно, хотелось бы, чтобы у нас энергия еще была. Но, ничего, ничего. Мы с вами можем, как вы понимаете... как вы понимаете, можем суп переработать спокойно. А там уже и... так, какого рода речь вы произнесете? У меня интеллект есть, вроде как. Том Томпсон, барахольщик. Но тут можно посмотреть, друзья, где-то здесь. Вот, написано, ловкость, интеллект, умный. То есть сила в форме. Хотя у него такое брюшко батина есть. Ну, давай. Давай так сделаем. Пока у нас штука эта не работает, мы не можем крафтить нифига. Смотри, нифига себе! Казалось бы, интеллектуальная речь — это отличная идея. Разумеется, только в том случае, если тот, кто ее произносит, достаточно умен. Ваш язык внезапно прилип к небу, и вы не смогли сказать ничего, кроме «Земля была плоской». Да, помню того пацана, который говорит: «Ребята, вы что, посмотрите, вы что, на шаре, что ли, живете?» Ну, в общем, похоже, все члены вашего экипажа с этим согласны. Поздравляю, капитан, в первый же день вам успешно удалось сплотить своих людей. Хм.
Ну хорошо, как минимум против общего врага, против меня что ли? Не понимаю. Желание вас подбодрить после этого фиаско позволило мне подключить генератор ферментов. О, он будет ежедневно производить для вас полезные химикаты. Ага. Капитан, я вижу, что у вас в кармане незарегистрированное оборудование. Не это, а другое. Как вы смогли забрать его со станции? Как? Действительно, слушай, ничего себе. Давай посмотрим. Космические путешествия бывают скучными, но способ повеселиться всегда хватает. Поверьте мне, я живу в компьютере, давайте придумаем игру. А, ну, к сожалению, у меня вообще нифига нету, но, блин, круто, что нам бронежилет дали. Просто на халяву. Итак, я думаю, надо, конечно, нам раскочегарить суп. Пару банок. Сколько у нас? 11 супа, да? Нормально, нормально, я думаю, будет. Угу, 10, отлично. Капитан, важно следить, чтобы вы и ваш экипаж хорошо питались. Это, конечно, у нас... Давай посмотрим, кто у нас тут интеллект умный. Пусть будет Меган. Пусть будет Меган. Может, она нормально, так сказать, просканирует, все определит. И тут у нас, друзья, просто-напросто надо переработать. Да, одну баночку все равно придется переработать, потому что... Ну, нам не то, что минералы нужны, хотя они тоже нужны. Прикол в том, что... Ой, зачесалась рука. Нам просто... Да ё-моё. Короче, нам главное, чтобы энергия была. Вот. А, и теперь мы, конечно, можем создать коммуникатор и там уже фармить спокойно. Здесь можем использовать ничего. Да, как-то так. Ну и, конечно же, смотрим. Очередная проверка припасов закончена и ничего не сходится. Была допущена ошибка. Вот что получается, когда доверяешь людям математические расчеты. Части припасов не хватает, и в настоящее время на борту находится следующее количество банок с супом. 9. Всего 9, блин. То есть уже какие-то у нас дела, ну, такие... получаются. День 5. Так, здесь нам нужно, конечно, интеллект модернизировать. Давай модернизируем. День 6. Пока, друзья, именно, вот знаешь, Монтидью у меня, кстати, сегодня. Сегодня нету, чтобы мы говорили «да». Понимаешь, в чем проблема? Нам нужны именно такие ситуации. Как-то в 60 секунд там было больше просто этих штук. Немного, друзья. В 30 градусов, друзья. Блин. Холодненькой газировочки. Ай, это просто замечательно. Так, защиту от солнца, давай. Наносим. Угу. Замечательно, замечательно, великолепно. День седьмой, друзья. 20 химикатов, идеально. Так, раздаем весь суп. Давай быстренько. И тут уже у нас 86 есть, смотри. Я думаю, надо еще раз переработать супчанский. Вот. Всегда говори да, друзья. Мы будем затянуть контейнер, да. Так, суп мы делаем с вами. Да, разбираем. Чтоб побольше химикатов было. День 8. Таинственный груз, который вчера... Засекли сканеры на борту, открывая ящик через 3, 2, 1, контейнер был заполнен кабелями. Причем не парочкой, а просто километрами. Они были привязаны друг к другу, пробраться через них было ужасно сложно, но это того стоило. На дне этого жуткого ящика был шнур. Вы нашли коммуникатор? Нормально, мне никогда, если честно, мне никогда не везло, поэтому я в шоке. Давай Эммета, конечно, поручим это все. Модернизация. Выбираем эту штуку. Пока никого не кормим. Пока даже и не требуется ничего. Первый контакт. Я сейчас, друзья, хочу по-быстрому записать и уже погулять. Потому что, ну блин, вы сами понимаете. Ничего, но тут мы не можем применить, конечно, артефакт. Создать, так, переработать, потому что на улице хорошо, блин, теплышко, друзья, хочется всегда гулять, когда солнце, погодка такая, день 10. О, смотри, что с ней случилось, голоден безумен.
Не понял. Капитан, мы входим в облако космического газа. Его происхождение неизвестно, хотя у меня есть предположение... Фу, чувствуете запах? Неужели сегодня кто-то забыл почистить зубы? Собрать часть газа. Я думаю, кстати, Эммит может спокойно это сделать. Все, сразу быстренько делаем. Наверное, даже стоит... Ну, суп надо по-любому сейчас сделать. Надо суп сейчас быстренько сделать. Хотя бы еще две баночки. И носок. О, видишь, что творится? Три. Блин, вы смотрели, короче, фильм «Пила»? Вот один в один, просто один в один. Жесть. Так, раздать всем суп я не могу. Всем, кроме капитана, придется давать. И делаем вот так вот. Что у нас есть? Защитный экран. Как вы поступите? Ловкость, ловкость давай. Может, что-то получится, друзья. Так, суп сразу отдаем Тому. И надо сделать носочек. Да, мы говорим да. Всегда да. Капитан, я беспокоюсь. Вы говорили, что слышали на корабле детские плачи. Однако мои датчики не обнаруживают здесь никого, кроме членов экипажа. И никаких безбилетных детей здесь точно нет. Обыщем шаттл. Да, да, мы обыщем шаттл. Система недоступна. Так, носочек делается. Отлично. День 13. Сейчас что-то нехорошее случится. Вы, члены экипажа, попытались найти источник. Хоть остальные ничего и не слышали, вы обшарили все темные закоулки. Заглянули в каждый ящик, но никого не нашли. Это была слуховая галлюцинация. Ну, в общем, аномалии, все дела. Эмит все еще хочет есть. Ну, вроде нормально все, все норм. Я думал... Да, мы говорим. Короче, я переживаю, что любые минералы, даже их остатки могут расплавиться. Нет, нет, только не это, блин. Придется сказать да. Но на самом деле я вообще не хочу, чтобы это выбирать. День 14. Да ёка, ЛМНЭ. Вот, блин, и создали. Но зато хоть носок создали. Ай, безумная ты, а. Так, а эту... вроде роботофу, да? Или погоди, как ее... Может, не стоит, друзья? Давайте, наверное, на другую. Хотя, блин, и на этой мы... Не, мы, по-моему, были на ней. Так, на красной были мы с вами. На желтенькой. Слушайте, давайте, наверное, на желтую, да? Или синяя. Блин, думаем долго. Ничего, ладно, ничего. Хорошо. Да пофиг, давай пистолет используй. Все, все. Сейчас нормально все будет. Ход зарабатывания достижений. Не какая-то не луна. О, у нас какая-то потихонечку ачивка какая-то идет. Итак. Задача выполнена. Итак, они истощены, да? Кто-то повредился. Угу. Пока мы тут ничего не сделаем, система экспедиции слаб. Эммит, не переживай, мы сейчас с тобой все сделаем. Сейчас важно только... Сейчас быстренько сделать кое-что, и дальше пойдет как по плану. Так, создать, давай баночку еще одну. Голод истощен. И быстренько... Так, 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 вот, вот сюда вот... Не, бабушка, пусть бабушка пойдет. Бабушка неплоха, кстати. Броник у нас есть у бабушки. Все, пусть идет. Тут мы создаем быстренько еще одну банку супа, чтобы накормить Эммита. Он и так, блин, травмирован, так еще. Но Эммит, потерпи. Так, и создаем быстренько аптеку. Так, что будете делать? Глаза привыкают к темноте. Вы внезапно осознаете, что не одни. В тени можно разглядеть силуэт человека. Окей. Бабушка, короче, ушла, как вы поняли. Пока все нормально. Хорошо, хоть у нас есть химикаты. Блин, что бы мы без этого делали? Ну, серьезно. Идеально, идеально, конечно. Голоден, травмирован. А будете откапывать? Да, это обязательно.
Так, слаб, безумен. Ох, блин, еще не... Мой детектор металла показывает, что в нескольких шагах от шаттла закопан кусок древней технологии роботов. Да-да, прошу прощения. Что, блин? А что случилось-то, собственно? Че вы, блин, такие? Блин, плохо? Угу. Так, и вы с коллегами выкопали дорогую кофеварку и увидели, что в ней все еще было полно генномодифицированных под вкусы роботов. Бобов. Это означает, что эти бобы самые вкусные во вселенной. Так, и вы все еще безумные? Блин, это как-то фигово, слушай. Это пипец как-то фигово. Мы вообще выживем сегодня или нет? День 20-й. Пипец. Так, начать процесс. Да, всегда да, будем говорить. Безумен, истощен. Блин, хоть бы бабушка пришла. Сейчас придет, я вижу ачивку, значит она пришла. Она нам супа принесла, смотри сколько. Так, накармливаем всех. Бабушка пока... Пипец просто. Зарядить маленького, проигнорировать их. Ну, мы всегда говорим да, так что при случае всегда будем... Ну, вы поняли. Так, бабушка пока сегодня вот так вот. Эммет, я тебя, конечно же, сейчас не переживай. Чуть-чуть еще продержись чуть-чуть. Мы вас всех вот на ноги поставим. Так, безумен голоден. Все! Она теперь может идти. Давай посмотрим, куда она может идти. В библиотеку она может идти. Может, в деревушку. Блин, там нужна маска в деревушке. А что в деревушке-то? Смотри-ка, минералы. Иди. Так. Главное, чтобы эта маска нам не понадобилась здесь. Потому что бывает такое, что... Ну, вы понимаете. Так, нам еще надо быстро носочки делать. Еще еду надо быстренько сделать. Я не представляю, как это будет. О, бабушка проголодалась, смотри. Так. Делаем еду. Ой, спокойно. Смотри, у нас произошел баг, чисто баг. Такое редко бывает, друзья. Если я сейчас, короче, сниму эту галочку, то офигеть, этот баг происходит. То есть у нас одна банка супа, а мы можем двум дать. Отлично, разделим сейчас. Мне же сейчас не вычтут, смотри, видишь, две банки. Хотя у нас всего одна банка. Ну-ка посмотрим. Такой баг бывает, но он, по-моему, всего лишь два раза у меня был. Так, и вправду, смотри. Так, голоден, энергичен. Так, броня. А, не-не-не, все нормально, я уж забеспокоился, друзья. Уж немножечко забеспокоился. Так, быстро делаем. Эйприл пока у нас там ходит, бродит, это все не важно, друзья. Да ладно, блин! А как? Как это произошло? Эммет, нет, ну блин, ну как ты мог? Братишка, ну как так? Ладно, не переживай, сейчас мы его приведем в норму. Я так понимаю, мы возьмем этот носок и... По роже ему вот так вот. О, артефакт у меня. Так. Блин, ничего нет. Надо сейчас срочно делать. Ход зарабатывания не какая-то не луна. У нас вернулась Эйприл. И смотри, она вообще в нормальном... Офигеть, это чё? Это чем он заболел? Я никогда не видел, чтоб он так болел. Так, уставший. Энергичен. Так, мы, конечно, говорим да. Это по-любому. Эйприл сейчас ничем не занята. Хотите попросить ее начать промывание? О, это может... плохо сейчас сказаться, но мы не можем сказать нет. Воронки от бомб. Вперед, Эммет. Вперед, хорошо, хоть у нас маска есть.
Так, все, отлично, это мы сделали. Сейчас самое важное, смотри, 46 минералов у нас есть. У нас есть также 44, поэтому быстренько сейчас начнем. Ну ты понимаешь, сейчас быстро туда-сюда. День 28. Не переживай, Эйприл. Немножечко я вижу. Нет, я, конечно, все понимаю, но, блин, эта хрень мне нужна. Эйприл с радостью соглашается выполнить вашу просьбу прочистить трубопровод. Ой, прошу прощения. Она изо всех сил постарается оптимизировать поток. Так, отлично. Эммит, пока у нас пошел, нам надо единственное только сейчас лучше аптеку делать, я думаю. Хрен с ним. Пока вот хрен с ним, давай-ка лучше аптечку сделаем. Потому что видно, что чувак болен. Хотя я впервые в жизни вижу, смотри, что вообще с ним происходит, реально. Одна банка супа остается, черт. Так, 2 дня. Ну, я думаю, проживут. День 30. Да, блин, скотч. Да, мы отвечаем да. Фишки надо взять. Так, быстро пьем, друзья, пока у нас есть время. Сейчас они... Да, поесть уже захотели. Бабушка захотела. Демонтаж огромных фиш. Блин, да, хорошо говорить, друзья. Вообще хорошо. Это вам не 60 секунд, где... Мы там говорили и... А, стой, аптека-то уже... Абсолютный джекпот. Джекпот! Организуйте успешные экспедиции. Давай, бро, давай аккуратненько сейчас. У нас ничего нет. Ночью кто-то оставил у нас на пороге посылку. В записке сказано: наслаждайтесь этим органическим мусором, люди. Кучу лет назад мы заключили неудачную сделку, и вот что нам досталось. Может быть, вы сможете найти этому применение. Внутри оказалось пучок старых и высушенных трав с другой планеты. Для роботов они, конечно же, бесполезны. Я не могу идентифицировать это растение и его химический состав. Что будете с ним делать? Ну, ничего. Я ничего не могу сделать. И, кстати, ты, блин, ты повредил маску. Эх ты, браток. Ладно. Мы с вами, конечно, перерабатываем коммуникатор. Его надо будет, конечно, еще раз создать. Только обычный. Только обычный, естественно. Мы же... Черт. Мы же еще те евреи. О, все, отлично. Он довольный. Он капец доволен. Теперь Эммит. Эммит отдохнул. Я думаю, его куда-то надо стоит опять... Так, зажигалка. У нас нету зажигалки, поэтому я его, наверное, вот сюда вот направлю. Каждый раз нам, как вы видите, дают баночки супа. То есть они находят... Нет, пока нет. Ну давай, создадим просто. Вот одну создадим, чтобы была. Да, все отлично. Слушайте, неплохо. Неплохо живем. Что сделаем? Вот чую, что понадобится. Вот чую задницей. Ну давай суп, по крайней мере. По крайней мере, давай суп сделаем, а там уже подумаем. День 35. О, аптека, нифига, блин, это круто. Хорошо, что я... Так, это тут все понятно. Модернизировать. Я думаю, надо ремесленный модуль модернизировать, чтобы, друзья, мы смогли другие предметы тоже делать. Ну, в принципе, мы их будем тоже... Эммит вернулся, нифига он там, блин. Да, супа дофига. Но единственное, блин, смотри, он и маску. Да, конечно, оставить эти банки. Что-то мы говорим всегда да, но... Как-то все легко. Прям все легко. Я думаю, будет какой-то хардкор. Если говорить нет, то, наверное, было бы намного хуже. Все, подсоединяем. Наконец-то мы сможем сейчас отремонтировать... Так, конечно же, маску. Она вообще капец нужна нам. Кто может пойти? Меган, Эйприл... Меган. Вижу. Меган может пойти.
Давай. Иди, бабуль. Да, без всего может сходить. Ничего, все будет с ней в порядке. Ну, думаю. День 38. Привет, мир. Так, хорошо. Тут, конечно, ничего не используем. 104 минерала, офигеть. Ну, друзья, это неплохо. Так, модернизировать нет ресурсов. Я думаю, коммуникатор сейчас мы с вами сделаем. Минералы, короче, переведем, чтобы побыстрее это все было. Силой, давай силой. Переработать. Будем так быстро делать. День 40-й. Толком ничего не теряем, кроме... Так, тут у нас сила. Мы теряем только, знаете, время. Наверное, только время теряем. А так получаем, конечно же. Оп, нифига себе, там, смотри, и зажигалка сразу. Яд. Ну, тут понятно, что надо делать. 22 уже. Хорошо, 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 хорошо. Нам надо до троечки специально модифицировать, чтобы мы с вами концовку получили. Может, какую-нибудь даже новую. Так, интеллект. Супа сейчас уже... О! Блин, друзья, все плохо, все плохо. Короче, в библиотеку-то мы бабушку-то пустили, все, хана ей, прикинь. Она заблудилась просто-напросто. Ну ладно, ничего сложного. А, ничего страшного. Ничего сложного. Конечно, ничего сложного потеряться и... умереть. Вы и Эммет уверенно предоставились и попытались продемонстрировать мощь человеческого интеллекта, продекламировав по памяти первые несколько сотен цифр числа Пи. Вы хорошо справились, даже слишком хорошо. Спутник прислал короткое зловещее сообщение. Обнаружены роботы, приготовьтесь к смерти. После этого связь отключилась со стороны спутника с высокой скоростью. В наш направлении летит ракета. Капитан, это что же вы наделали, моя кодировка? Эйприл отправилась. Ну, хоть Эйприл, наверное, выжила. Эммет сыграл в ящик. Причина смерти — гол. А то, что ракета летела, это как бы ничего, да? Дождитесь контакта. Вот и дождались. Офигеть, прожитые дни 43. Офигеть, друзья. Блин, это было на самом деле здорово. Но, как вы поняли, в общем, говорить «да», вот в 60 парсек, это, ну такое. Так что скоро мы еще раз всегда говорить «да», сделаем 60 секунд на хардкоре. Не знаю, что из этого получится. Можете подкинуть даже челлендж какой-нибудь, то есть там скрестив его именно «проговори да», можете написать. А на этом все. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайкосик. Бай-бай, дорогие друзья.